Привет-привет-привет, с вами Лига Мюзик Варс. Несмотря на хороший декабрьский день, я сегодня снова с вами и мешаю вам наслаждаться этим днем. Сегодня в видосе мы будем разбирать все волны подарков, которые произойдут на эти праздники. Секретные модули, которые от вас спрятали, которые введут в этих волнах. Соответственно, новая машинка, новые способности. Все рассмотрим дальше в видео, ну а те, кто, ребята, не любит спойлеров, я предупрежу, когда вы выключить можете это видео. Ну а сейчас давайте перейдем ко 2 января. 2 января, ребята, приносит вам новую машину, которую мы рассматривать будем дальше, с ее своими собственными уникальными способностями. Также не забываем, что здесь же выпадает у нас носочек, который дает X2. Не пропускаем 2, именно 2 января. Те, кто хочет вытащить именно носочек, как раз то самое время. Надеюсь, будет падать так же, как в прошлом году. Я вытащил носочек плюс 10 и очень сильно не ожидал. Но прям очень хотелось. Итак, прошло 7 дней, и вы получаете следующую партию подарков, которая придет к вам 9 января. С ней же придет, ребята, новый модуль. Новый модуль, который придет, соответственно, дальше, ребята, тоже будем все рассматривать. Соответственно, кто будет качать себе новый модуль, обязательно в прямом порядке качать эту партию подарков. Следующая партия подарков — это 19, то есть через 10 дней, ребята, тем, у кого нет клетки, те, кто играет первый год, те, кто играет второй год, но не выкачал клетку, ваше время пришло. Мы будем клетку качать до 18 уровня, соответственно. И будем смотреть, ну, что-нибудь новенькое, интересненькое обязательно мы выжим. Какой-нибудь новый бонус. Прямо жду. Но, возможно, сюда введут какой-нибудь из модулей. Допустим, ту же самую модульную печь. Ребята, это я точно не скажу. Но все ждем клетку на 19 число. И последняя, ребята, заключительная партия подарков. Именно партия подарков такая прям навороченная. Это 26-го, как раз перед днем Святого Валентина. То есть подарки выпадают вот в таких, ребята, мешочках. Эти мешочки, соответственно... Ох, какие классники. Но тут интересно, тут может быть и гроза районов, ребята, и крионизатор, и наноева, и чипователь. Все, что угодно. Тут все, что в душе вздумается, заблагорассудится. Может быть даже кольцо здесь, всевластие. Так что на последнюю, ну, партию подарков, ребят, сразу говорю, не рассчитывайтесь. То выбирайте либо партию от 2 числа, либо от 9, либо от 19. Выбирайте сами. Ну, а сейчас, ребята, перейдем к разбору, соответственно, секретных модулей и новых абилитис, которые от нас спрятали разработчики. Ну, а все, кто не хочет спойлеров, ребята, закрываем видео именно на этом моменте. Ну и вот мы остались тут с теми, кто любит спойлеры, кто себе хочет испортить Новый год. Соответственно, начнем мы с первых, это abilities или способности. Вы уже видели их, я уже их демонстрировал. Так что первые у нас способности, которые были добавлены внутрь клиента, это блохиш. Блохиш, соответственно, у нас выдает кровопийцу. Потом у нас идет апчхи по модулю, соответственно, чесоточка и перекус с полным уничтожением. Вот как-то примерно так. Но это первая абилитис. Дальше, ребята, появляется вот такая способность.
типа луча, который пробивает то ли щит, то ли что-то типа такого. Я не понимаю, что эта штука дает. То есть предположительно, что какая-то типа какой-то уничтожитель брони. То есть, ну, пока вот с этой абилитисью, то есть ничего не известно, ребята, поэтому по возможности у кого есть какие идеи, то есть пишите вниз. Ну, в комментах, в комментах. Следующее, ребята, эту вы уже видели способность, называется абсолютная броня, которая выдавалась у нас с абсолютным троном. Появилась она у тех, у кого, соответственно, выкачен этот трон. Можете зайти посмотреть, в их способностях появился новый значочек. Соответственно, мало того, что у них стоит хищник наш, который дает 3 хода неуязвимости, так еще это 3 хода неуязвимости дает, так их вообще не убить. Дальше, ребята, это наша машинка. Наша машинка на Новый год, вот. Кто не сталкивался, у кого нет в гараже, я понимаю, ребят, что вы не докачались до 21 уровня, поэтому у вас ее просто нету. Ну и превратится она у нас, ребята, вот в такую штучку. В общем, это у нас вот такой танчик будет. Интересно. Предположительно, что вот как раз абилитис с пробитием обороны, это вот его и будет способность. Но сразу хочу сказать, что есть очень интересная вещь. Ну, то есть, очень своеобразная, так скажем. Сейчас мы ее дальше будем разбираться. А ваши предположения о том, как называется эта машина, соответственно, и ваши предположения, что она делает, тоже можете оставлять в комментариях. Ну, такая прикольненькая, да? Вот что вас ждет, ребят, 2 числа. У кого нет звезд, время начинать их копить. Появляется, ребята, новый модуль, который будет 9, не забываем, 9 января вместо биосферы. Появляется вот такой генератор у нас. И, соответственно, что он будет генерировать? Ну, я предполагал, что, конечно, будет генерировать души. Но я думаю, что он будет давать какую-то способность ко всем характеристикам. Допустим, на один удар или еще что-то. Это неизвестно мне. Просто появляются как бы новые модули, а что они дают, это неизвестно. Сейчас я вам покажу, ребята, абилитис. Скорее всего, она к нему относится. Это вот такая способность, ребята. Вот такая способность. Что она делает? Как синергия, наверное, у робокота. Примерно такая же способность, которая дает баф ко всем характеристикам. Что это за новый модуль, то есть неизвестно. Но посмотрим, увидим, будет 9 января, так что готовьтесь. Соответственно, не будет какого-то старого, именно будет новый модуль. Поэтому готовим звезды на 2 января и готовим на 9 января. Ну, соответственно, старые модули будут и 19 января, и 26. Ну, ребят, а на этом у меня, как бы так сказать, все. Ваше предположение я жду обязательно в комментариях по поводу, что это за новая игрушка и что это за новая машинка и что она дает. Хочу послушать. Ну, а тем, кому испортил Новый год и сюрпризы, ребята, простите, вы подписаны на мой канал. К сожалению, у меня такое иногда бывает. Всем счастливо, ребята, ставьте лайки, распространяйте, пожалуйста, это видео, пусть больше народу знает о том, что их ждет в этом новом году, чтобы не было таких заблуждений, чтобы они могли копить звезды. Всем спасибо, всем счастливо! И заходи, если что. Следи за собой, будь осторожен. За собой.